Вдвоем смогли обмануть банковскую систему почти на 500 000 рублей жителей Усть-Илимского района. А вот провернуть то же самое с судом не получилось. Служитель Фемиды назначил молодым людям наказание в виде условного лишения свободы. Схема, которой пользовались преступники, поражает своей простотой. В одном из магазинов парень и девушка купили 5000-ные купюры банка приколов. Она очень похожа на оригинальные деньги, тем не менее, платежным средством не является. Однако банкомат одного из крупных финансовых учреждений 5000 принял. Сумма была успешно зачислена на личный счет девушки. Подобную операцию злоумышленники проворачивали несколько дней подряд в разных районах города. В итоге на карте оказались почти 430 тысяч рублей. Эта сумма, а деньги в торговых точках принимались уже настоящие, молодыми людьми была потрачена на дорогие телефоны, бытовую технику и украшения. Правда, красивая жизнь продлилась недолго. Полицейские нашли парочку, а суд встал на сторону обвинителя. В итоге каждый получил по 2 года условно. Кроме того, преступникам придется вернуть деньги банку.